Добрый вечер, дорогие друзья. По-другому и не начнешь разговор вот с залом, потому что столько друзей замечательных. Громадное спасибо, что пришли. Ну, я думаю, все у нас получится, попоем. Концерт я пока сам не представляю, как он будет развиваться. Наверное, все-таки с одной посадкой на дозаправку, а может быть с двумя. Ну, начнем с того, что полетаем, закончим тем, что, может быть, даже пиво попьем, попоем. Не все еще подъехали, есть люди, которых я очень жду. Пока суть до дела, хотел бы вас поздравить с замечательным праздником, который сегодня имеет место быть. Я не про свой день рождения, про день военно-морского флота. Сегодня, когда звонят, я говорю, можно поздравлять, у меня дома кортик лежит морской от моего отца, когда он заканчивал училище, которое впоследствии я заканчивал. Когда-то оно было военно-морским. Ну и сейчас там еще остались факультеты, поэтому у меня так вот на почетном месте находится это оружие. Холодное, номерное. Вот, ну, практически экипаж в сборе, поэтому поехали. Я летчик, красивая форма, лампас голубой, и даже солиды, что-то порой. Я летчик, и звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик, мне хочется в небе бездонным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик, ни чертова небу я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик, я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну до души, там вираж, бочка, горка. Я летчик, пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик, темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько же. Я летчик, комбез весь в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик, под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик, и чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я летчик, я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю скручу от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик, пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик, по нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь над землей. Я летчик, квартиры своей у меня просто нет, общага мой дом, общий душ, туалет. Я летчик, и снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть, и поднялся на лед. Я летчик, к земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик, я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю скручу до души, там вираж, бочка, горка. Я летчик, пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И
землю я тоже, конечно, люблю. Но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Вот должен один мой друг хороший приехать. Ну, он будет, я просто к тому, что вот следующая песня. Когда-то русские витязи в Бахрейн слетали. Ну, я рассказывал эту историю, не буду повторяться, она достаточно длинная, но просто вот когда они вернулись, я помню, я в числе встречающих был поздно вечером. Мы сели там за столиком прямо на аэродроме, я ее спел. И он сказал, ну ты как с нами слетал, он скоро придет. Там Андрей Алексеев, который возит эту кубинскую девятку, все, где-то на подъезде. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, на наш маршрут не на войну. В нерусскую страну, как по линейке в небесах, мы чертим след инверсионный, меня снизу страны, зоны и часовые пояса, а на работе. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься лётным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе, и кто главней, у них не спорят, верблюды или аэроплан, не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты, ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала, ведь кожедуб Покрышкин Чкалов на помощь к нам не прилетят, но то на них не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас,
как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. На жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как же, что на земле все за пределом. Всегда исполняю как третий тост, посвященную тем, кто от нас ушел в последний полет. К сожалению, ну, здесь много авиаторов, они прекрасно знают, чем они занимаются, насколько опасна эта профессия была, есть и будет. Как-то для военно-воздушных сил не только, ну, вот крайние месте какие-то вот не самые удачные. Ну, самолетов потеряли так немало, в общем-то. И экипажи, тут вот 124 в Хабаровске, 2 Ту-95, ну, к счастью, там большая часть экипажей живые остались. До сих пор в голове не укладывается, что ушел из жизни Виктор Николаевич Чмаль. Это вообще было какое-то совершенно неожиданное событие. Как, собственно, в принципе, это всегда неожиданно, конечно. Я разные песни вот третьим номером пою, наверное, чаще всего именно в памяти Игоря Ткаченко, моего близкого друга. Сегодня не могу поступить иначе, потому что у него сегодня день рождения. Ему бы исполнился 51 год. Там вот жена сидит, Галя, она сегодня меня первая поздравила. Это я к тому, что мы с Игорем все время соревновались, кто кого друг друга, кто из друг друга поздравит первым. Как-то у меня чаще получалось. У него однажды моя мама нас первая поздравила, так всякое бывает. Вот, ну, памяти их всех. Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил в Вороне так, как нужно, отправился жить к нашим, но суров. Здесь главный исключительно суров. А встретились чего-то на всех 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно, как отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю. Летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно. Летать и без границ нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан этот граненый.
хлебушком черствым у фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными, нас радует здесь не похолодок, не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок, заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим, а в ад нам и самим-то не резон. Забор, казарма, КПП на входе, у нас отдельный летный гарнизон, для летчиков отдельный гарнизон. И главное, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам, стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожны, на все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны, и нам уже можно, теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы, и небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Вне возраста все летчики в полете равны все, и Летеха, и Главком. Здесь Нестеров с Гагариным в почете, и Уточкин детским юморком, а Вася Сталин, да вот тот особняком, шумит нам про исправность всей матчасти, при папе, мол, за это под расстрел. Наверное, грузина здесь прав отчасти, на днях вон целый борт опять сгорел, и новый экипаж к нам прилетел. Теперь и самое здесь таких встречаю, на входе гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Здесь поздно в полете бывать осторожны, на все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные, и нам уже можно, теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы, и небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. А как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно, теперь уже можно. Нам уже можно. Спасибо. Я думаю, они нас все видят, летая там. Вообще, вот я все время говорю, Ткаченко — это, ну вот, человек, который улетел в свой последний полет, летает где-то рядом. Вот, ну, никто не поверит. Вот он, кстати, в тельняшке, тот, про кого я рассказывал. Тот, который водит эту знаменитую девятку русских витязей и стрижей над Кремлем. Андрей Анатольевич Алексеев. Андрей Анатольевич, спасибо, что пришел. Я помню,
все вместе были, это я про то, что вот Игорь Ткаченко, какое-то невообразимое чувство юмора, потрясающее жизнелюбие, какие-то куча историй таких в голове вертится постоянно. Недавно тут как бы вот купался элементарно, вот вспоминаю, 2008 год, Геленджик, гидроавиасалон. Стоим на моле, там мы жили, вот две пилотажные группы, и ныряю. Ткаченко рядом, такой, что ты все головой ныряешь, надо ногами нырять. Я говорю, ну как это, ногами, говорю, неприлично, солдатиком. Нет, так правильно. Прыгает, бах, ногами. Сын Игорёша такой тоже, он еще тогда в училище учился, он думал, ногами прыгает, тут раз прыг. Я головой опять бухнул. И как? Я говорю, нормально. Ну все понятно, у тебя там первый пентиум. Упомянул, может быть, в таком несколько мрачноватом контексте самолёты Ту-95. Ну, как бы там ни было. Всякое происходит, авиация на то и авиация. Вот про ребят этих песня. У меня тут относительно недавно с ними была веселая история, потом расскажу. Пройдет Лёшкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном молитва, все по карте. Винты все 8 на упор, разбег, отрыв, вираж, набор. А все проблемы мы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в попыхах. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре сплошь сосветки. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали пьянкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом, и чуть не блистер нам крылом. Такие бурзы, как правило, из Штатов. Но не изменит курс аборт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах. Пришли в Атлантику российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас как севосток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик, я вижу командир, вдруг разорвет не мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит и обрал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлют доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику медведи, придут, ой, придут в Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и 7 потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пуст усталость валит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. Идут в развалочку медведи. Домой
Любимые медведи, медведи, медведи. Медведи. Спасибо. Просто с этой песней... Ну, с каждой песней очень много историй. Это просто вот где-то полгода назад мы работали от НТВ в Дягилево, это Рязань, центр боевого применения, дальней авиации. И летал я вот на Ту-95 на дозаправку. Поставил на блистер камеру GoPro, значит, сам с камерой, посадили меня там вместо, спиной вперед летаешь рядом со штурманом. И, ну, все, самолет запустился, я волнуюсь. Ну, я вначале камеру не включал, думаю, мало ли там времени, сколько мы там будем гудеть, образно говоря. Тут чувствую, самолет двинулся. Я, значит, отстегиваюсь, бегом к камере, начинаю давить эти кнопочки. И оказываюсь между летчиками, между командиром корабля и его помощником. А самолет выруливает вправо, а справа, значит, стоит мачта, освещение. И, естественно, командир корабля поворачивается вправо, чтобы ее увидеть, и вместо нее видит мою увлеченную морду. Я скажу, что столько мата, я не... Вообще, я вот даже себе представить не мог, что вот это вот может быть. Даже дело не в том, что вот столько было мата. Дело было в том, что я его услышал. Это же четыре самых громких в мире двигателя Николая Кузнецова НК-12 со своими 8 винтами, про которые американцы на подводных лодках говорят, когда вы нас ищете там над водой на этих самолетах, мы вас слышим под водой. И я это услышал. Ну, я после полета... ну, во-первых, в общем, я судорожно там нажал на кнопки, оказалось, что я ее не включил. Хорошо с рук снимал. Ну, там сложно, там лампочки все с той стороны, я же не мог ее отстегнуть. В итоге я был уверен, что она все снимает, весь этот замечательный процесс. Сам стоял там, все колбасит, там, с этой камеры. Приземлились, я подписал диск, что спасибо от благодарного пассажира. Вечером этот летчик меня нашел. И говорит, так это вы написали песню про медведя? Говорю, я вам, говорит, извините, пожалуйста. Я говорю, да, говорю, вы, говорит, в следующий раз, говорит, предупреждаете, что вы это вы, не все летчики вас в лицо знают. Я говорю, не, ну, вы-то правы были. Ну, действительно, я так... А он орал про то, что ему потом придется заплатить за стоимость этого крыла. Насколько я предполагаю, вот у меня сын там сидит, он иногда про дорогие вещи говорит, что стоит как крыло самолета. Я вот понимаю, что, наверное, это очень дорого. Ну, я уже вижу, что там вертолетчики тревожно посматривают. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Нет, даже рубить бы живу, столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылой машиной пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручила, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе, атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке-земле экипажем водку пили за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил оно всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, атты-батты, та, которую когда-то
создал Михаил Леонтьевич Миль. И поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу пеней. Возит даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Буквально несколько дней назад вернулся из Башкирии, или, как правильно говорят, Башкортостана, не знаю, но сами они говорили Башкирия. Был в Нефтекамске, там проходил 10-й всероссийский слет любителей малой авиации. Как я сказал, благодаря моему присутствию он стал не всероссийским, а международным, потому что приклеили на карте кружочек, на котором написали Минск. Потом в Уфе выступал. Ну вот в Нефтекамске удивило, я там два концерта давал, и... Ребята вот эти, которые летают на маленьких таких самолетиках, говорят, спойте, пожалуйста, про МиГ-31. Я так, ну, нехило, да, самолет там взлетной массой там 1,5 тонны, а тут просят про тот, который 46 с лишним, самый большой в мире истребитель. Единственный, где летчик имеет должность командира корабля. Вот, ну, конечно, спел. Летных смены на сегодня в плане, и на стоянке ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в Пятом океане, со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов, нас граждане за грохот упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором, отряд уходит громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранство, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту, как проспект. Там на земле нас ждать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком отчаянно носиться на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранство, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. По облакам корабль, как по волнам, хоть 40 тонн, а словно налегке. И если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Ну а пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом,
Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать. Он пьет, а наши нервы узелком кругом. Волшебных облаков убранство наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Как в гавань корабли идем снижаясь, отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока мальчик, пока машины техники чихлят. Усталые, но радостные лица, и громче нет звенящей тишины. Дай бог нам уходить в полет по плановой таблице, когда по плану, значит, без войны. Кругом волшебных облаков убранство наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны. Высотки словно знаки препинания, устали от внеплановых заданий. Здоровый сон несбыточной мечтой, и кто бы нам скомандовал отбой. Домой неустываемо позвоню, жене скажу, что снова улетаем на север, и когда назад не знаем. А сам на юг с ребятами махну. У нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт и из зимы отправятся в весну. Нас не курорты ждет аэропорт. У нас сегодня чартер на войну. Крутой глиссадой, словно камнем вниз, коллеги за бугром так не умеют. Мальчишки все притихнут, побелеют. Нормально, лишь бы кто-то не раскис. У нас запад всегда здесь, как на бис. Их уведут, а привезут других. В обратный путь мы снова санитарим. Мы с доктором кому-то шанс подарим. Дай бог, чтобы это путь не стал для них дорогой намерений благих. Солдатиков на борт к нам занесут, для них теперь так много на кону. Кому-то не судьба и не спасут, будь просто чертов чартер на войну. Блистере висит, идем ночной глиссадой к дому вместе, и привода огней, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь. Что мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе? Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.
Там мои друзья, вы слишком шумно себя ведете, я начинаю сбиваться. Ну вот следующая песня. Я очень рад, что сегодня среди присутствующих пришел мой замечательный друг, вот герой России Сергей Леонидович Богдан. Человек, который делает будущее наших военно-воздушных сил, своего самолета. Сергей, спасибо большое, что вы пришли вот, всей семьей. Ну, это летчик-испытатель с большой буквы. Рядом сидит еще один летчик-испытатель, Света. Ну, у тебя есть такая должность. Хотя, конечно, это человек, который входит в десятку пилотов 20-го столетия официальную, Светлана Владимировна Капанина. Очень много титулов. Награды дома там в трех шкафах. Вот. Ну, восьмикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. Я вот всегда ее там несколько раз представляли к званию Героя России, а я все время говорю, что то, что ее наградили орденом мужества в этом году, это вот, это было, ну, наверное, в этом есть какая-то справедливость. Женщина орденом мужества. Света, ну ты даешь. Вот. Тоже спасибо, что пришли. И Володя, вице-президент Федерации борьбы России. Вот. Уже не борется вроде, а все равно, не знаю, где он эту травму получил, там костыли у него стоят, что вы говорите у вас с ногой. Вот. Здоровье, давай поправляйся, дорогой. А я к чему? Это я к следующей песне. Небесный обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, а небо будто школьный класс. Они ж, как испытатели, испытывают нас. И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз, играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, и не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Значит, обыватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек, когда останется родным на память шлем и орденок. И в новостях лишь парафраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, у царства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Края наставлений ходим, вот еще в тот край найти. Чтоб не было сомнений, и во след ты мог сказать, лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить. И в лебедя утенка смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильнее, умней. Строптивые, рисковые, и нету вновь для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками притих. Они испытывают нас.
а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно, и пусть золотые нам горы предложат. Пол царства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может. Летать и работать их учат. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, пол царства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может. Спасибо. Кстати, Сергей Леонидович, когда я твое интервью прочитал в журнале «Аэропорт Пермь», я понял, что очень многого в этой песне не хватает. Ну, значит, в будущем. Все средства. И для птиц сирена воет. Опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль верхов большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время члена всех часов. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Ни жены керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключим тех, кто снизу. Но после огнем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах, где-то в небесах.
не убиты. Хоть вспомни блок или точно. И ритм тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как и на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу в эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Даже в интернете какой-то конкурс объявляли и что-то даже присылали. В итоге как бы ни одно название не подошло, кроме того, что я просто сам ее называю Маша. День сегодня не задался, я чуть было не проспался. Вроде не будили мы вчера. Зацепил, разбил будильник от любимой подзатыльник. Вот и Маша, доброе с утра. С дуру видно, с позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь в папашу. Точно летчик. Без царя в башке. Точно летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в жизни лёдном прописался. Но уже четвёртый разворот. Обороты чуть убавлю, кран шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук, не слышал под собой. Лампы красным семафором, а мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держись. Танцевать я в небе ринусь. Перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо. Самолет я в хвост и в гриву.
воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону, не дури, пора борт покидать. Вот дают, ты слышал, милый, помогай мне, что есть силы, хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже, и друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша, нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устал. Ты как кратер пронесешься, по ограждению ухнешься, борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черт, и командир тут с ними растолкает всех, обнимет, что-то намекнет про орденок. Па-па-па-па-па-па-па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, принесет борща и кашу, нам двоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все же удался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все же удался. Мы вернулись, я и самолет. Мы вернулись, я и самолет. Спасибо. Ну, надо всегда возвращаться. Вообще интересная история, вот, но я так обращаю внимание, в авиации как-то все наследственно. Не только летчики идут по пути, дети идут по стопам своих отцов, но и некоторые вещи тоже происходят. К счастью, благополучные, не знаю, вот я помню, даже делал репортаж. Эта песня не потому, что, ну, вот под конкретный случай, ну, приходилось общаться. Помню, мы вот в 2010 году делали репортаж о подготовке к параду, 65 лет Победы, а нам, это в Липецке было, показывают, а вот этот у нас вот полгода назад посадил Су-25 ночью без шасси. Фамилию знаю, ну и знаю его очень хорошо, сейчас уже капитан Хикберды. Я говорю, его представили к чему-нибудь? Это в декабре было, а мы работаем в апреле. К ордену мужества, и ничего не дали. Я говорю, вот, ну, вот есть хорошая поговорка, если героя нет, его надо придумать, а тут он есть. Я говорю, да его должны были наградить через 3 дня, в конце концов. Там. Ну вот, не знаю, из-за нас или не из-за нас, но мы сделали этот сюжет, и про него там даже компьютерную графику сделали, как он этот самолет садил. Вот, ну, к счастью, как это говорят, награда нашла героя. Знаю другого, один прыгнул, не буду фамилии называть, но прыгал сын, а отец прыгнул через полгода. Так вот, кстати, о Хикберды, у него отец садил с невыпущенными шасси самолет 2 раза. И, ну, семейное просто что-то. Вот, следующая песня, тут вот, сегодня погода замечательная, но бывает совсем другая. Но это новая песня. Ветра с утра во всех полях гуляют, устроили какой-то шумный пир, и тучи землю клочьями цепляют, как будто бы замерз, молчит эфир. И кажется, наверное, уж лучше снег в июле, чем этот ливень молнии и гром.
синоптики нас снова обманули. Про друг до самых плит аэродром. Озябли на стоянках самолетов, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И жены радость тщательно скрывают, дождя увидев слезы на стекле. Пускай гремит и молнии сверкают, спокойнее, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки, его расчертит молнии злом. Грустят аэродромные собаки, укрывшись от ненасти под крылом. Озябли на стоянках самолетов, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И время, как компьютер, вдруг зависло, мы на высотке, будто под шатром. Ударит шар бильярдный, словно выстрел, и где-то канонады фронта гром напомнит нам о том, как мы летали в свинцовых небесах, дождях войны. Погода нас тревожила, едва ли летали, только ждали тишины. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. Спасибо. Опять вот посматриваю на вертолетчиков, здесь их как немало. Александр Витальевич, я поздравляю вас с прошедшим днем рождения, заслуженный военный летчик Российской Федерации, Александр Витальевич. Не дозвонился, ну, вот так хотя бы со сцены. Некоторых я еще представлю. Ласточки летают над землей. И это, значит, снова не погода. Но утешим небо здесь полгода. Значит, полтора я живой. На три умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подводила. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он, как в фильме «Терминатор». Все, что снизу,
убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила, обозвал же кто-то крокодилом. Друг, что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет, бортовой наш парень не из робких, обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет, бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен, горный край меня уже достал. К черту живописные места, все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кричит крокодилом? Ту, что вместе с нами на краю, ласточки пятнистую мою. Та-та-ра-па-па. Богов, все на нас обрушили свирепость. В небе, словно маленькая крепость, мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что выручала нас, пою ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Спасибо. Ну ладно, не мутись, твоя лукава. Вот 05 добро на взлет. Небо снова нас зовет, и бетонку с Богом отпусти. Набираем эшелон, и плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах, все дожди оставив под собой. На работе мы опять, и трудяга борт 0,5 четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас все лишь ждут. А мы же сами как семья, мы экипаж.
изморим облака. 5700 и мы пока крепкий чай, в который раз попьем. Все мы здесь как за рулем, чтоб покрепче все потом. На земле по сотке мы нальем. Командир на руку скор, наплевал на коридор. До ворот прокладка вся долой. Пусть земля запросы шлет, бортрадист всех отошьет. Нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть. Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас все лишь ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. И пока автопилот удлиняет наш налет, командир прочтет свой детектив. И спокойны мы вполне, мы уже не на войне. Шум едет до нас, пока что стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже и по маме не пошлют. Нам уже не привыкать в обеззаловку играть. Знал бы прикуп, знал бы и маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть. Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас всеми ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Хоть мы сами как семья, мы экипаж. Экипаж. Спасибо. Не знаю, нет какого-то такого конкретного распорядка вот в этом меню. Я все время говорю, что ну, как-то рассказывал историю, почему это называю меню, не буду повторяться, но действительно где-то в этом что-то есть. Опять же говорю, песни у меня в основном... Человек я веселый, поэтому песни у меня в основном грустные. Хотя всякое бывает. Вот пока пел, мысли крутятся. И причем самое интересное, они совершенно неожиданно могут переходить из одной ипостаси. Вот сидит там Игорь Кук, мой замечательный друг. Скромный. Большой вертолетчик такой. Я что-то вспомнил твою фотографию, одну из моих любимых, которая на Северном Кавказе возвращается с задания в Ми-8. И с сигарой такой. За ручкой. Обалденное фото. Да, ну извини уж, да, песня не самая веселая, но тем не менее. Ну, что-то навело. Хотя курить за рулем вредно. Я вернулся. Весь набитый до отказа. Я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, трехсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся,
что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, на пределе, на износе. Я Ми-8. Я вернулся. Кто б скомандовал, мне вольно, нахватал я боли довольно, ох, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко, мы в рубашках. С ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. Я вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть повойно на меня носит, я Ми-8. Я Ми-8. Мало, но есть летчики из пилотажных групп наших, это и в том числе и вертолетные. До вас речь дойдет еще. Вот, и Андрей Алексеев, русские витязи, и где-то тут бродит, да. И стрижи своего золотого состава, который уже сегодня вот на заслуженном дембеле, там Виктор Маркович Селютин, Гена Авраменко. Вадим Шикарьянов, когда тогда участвовал. Вот, Ладно, я потом еще про них расскажу, но все равно скажу. Единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах, которая единственная шестеркой работает, это из нашего Торжка, это пилотажная группа «Беркуты». Вот. Все сегодня здесь, это очень радует. Мы землю толкнем, и небо снова обнимет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто дали слово. Пусть метео нам тучи обещает. Оставим снизу все дожди и лужи. Изнанка туч всегда светла снаружи. Нас небо солнцем, как родных, встречает. Вот жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом.
Ведь сросся каждой сушкой или мигом, и кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба, мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах инверсий росчерк, там мирный ГВФ сквозь дни и ночи несет людей в Анталию и Сочи. А мы, как в школе, тренируем почерк, выводим в небе тексты сочинений, фигуры пишем, а точнее пашем. И где-то снизу смотрят дети наши, наверное, им пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений. Влюбленность в небо, ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом, и кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба, мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на петле вычерчивая строим, местами землю с небом поменяем. Но мир там не заменится, мы знаем. Мы видим, как дворцы и замки строят. Нам не придется жить в таких хоромах, но честь свою мы в грязи не уронили. Пусть те, кто снизу свой кусок схватили, зато у нас есть небо, мы здесь дома. Не будет в нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо, ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом, и кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба, мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом, и кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба, мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. По небу. Спасибо. Что-то хотел рассказать, пока вот Ми-8 пел, витала мысль. Приходит как-то в интернете, много пишут. Совершенно из разных краев, пишут из Африки. Ну, не негры. Африканцы. Наши, конечно, там их очень много летает, вертолетчиков, наверное, побольше, но и транспортников. И пишет: Николай Викторович, мы тут с другом поспорили на ящик коньяка, уже интересно. Я утверждаю, что вы летали на Ми-8, а он говорит, что на Ан-12. Кто выиграл? Ну, сказал, скидывайтесь, покупайте ящик. Никто не выиграл.
Так, ну, уже где-то пора на перекур. Как обычно, вылет срочный. Знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный низкий страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запуская с безгазовки техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор искал виражи, эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, ну, ведомый, не зевай. Внизу, держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир орет. До ворот бросаю фабы и на выводе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтал самолет. Трассера как паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как собрасова грачи. Прилетим и выручаем, с огоньком нас здесь встречают. Вновь земля не отвечает, ну разведка не молчи. Я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не я двухсотый груз. Нахрена пошел я в хачу, вот Ульяновск. Все иначе был бы дом, машина, дача, и возил бы арбуз. Грач, бедняга, изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, я живой, хоть попадают. Под глаза мне разъедают, нет спасения от шары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробуем марку под свинцовым кипятком. В ВПУ как пушка танка, грохот выстрелов болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком. Не попасть бы на сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке, из расходован БК, имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки и потрепанный пока. Мне по коже как морозом, грачу стало клюнул носом. Значит, если под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушнике я слышу летуны. Спасибо вам. На обратном довернули, позади снаряды пули. Уравнение обернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слове, а из носа капли крови. Значит, санчасти на здоровье получу от врача. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашют мой хлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то боль, но это где-то. А вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята. Будем жить. Будем жить, обязательно будем. Перекур.